Как зовут? Вика. Я прыгаю первый раз, похоже, я все-таки не прыгну. Давай, вон туда, на тот домик. Сейчас, 5 минут. Черт! Надо сильно отталкиваться или... Да все равно. Черт. Давай посчитаем. Это бесполезно. Полезно? Нет. Туда смотри, вон туда, на тот дом. В том направлении прыгай. Если вправо прыгнешь, будет, говорю, жестче. Давай. 3, 2, 1. Пошли! Черт, уже второй раз. Я, наверное, первая, кто так долго, да, стоит. Дай на край. А нельзя как-то вот так просто съехать, как по... Вот. Да нет, не съехать. Когда я прыгну в момент, у меня руки все равно разожмутся, да, и вот эта вот штука, она вот так вот дернется. Да, ну ты можешь, если сильно зажмешь, ты можешь себе обжечь руки, поэтому ближе к узлу держись, еще ближе, вот прям к узлу к самому. Че, полетели? Че-то подсказывает мне, что я не прыгну. Давай потолкну тогда тебя. Че делать? Ниже лезть. Я прям не, ноги не могут оттолкнуться. Беги, вставай двумя ногами. Да, ближе, да. Сейчас будет немножко давление. Нет, не надо меня, пожалуйста, толкать. Смотри туда вперед. Нет, не надо толкать, вперед, пожалуйста. Смотри, вон туда, на дом туда. Если я буду смотреть вперед, вы толкнете. Пойдем. Так, наверное. Не могешь? Оп.